Каспийске в ресторане «Бриз» состоялся благотворительный концерт, приуроченный к Международному дню Белой Трости. Организаторами мероприятия выступили представители КЦСОН города Каспийска. Для гостей была организована концертная программа с участием народных артистов Дагестана, воспитанников Дома детского творчества и народного ансамбля. Организаторы мероприятия при поддержке ресторана «Бриз» и мецената Абдулкарима Мутаева подготовили для приглашенных гостей подарки и стол с различными угощениями. Как отмечает заместитель КЦСОН города Каспийска Джемиля Магомедова, такие мероприятия не дают ребятам чувствовать себя чужими. Это проявление заботы, это проявление поддержки, чтобы они не чувствовали, что они одиноки. Подарить тепло. Любовь, заботу, добро. Стоит подчеркнуть, что 24 ноября представители КЦСОН также планируют организовать мероприятие, приуроченное Дню Матери.